Всем привет, ребят. Ну что, не стал я пилить вам тот же самый обзор на русском, я сделал вам все об обнове, недостатки, все, которые есть, отдельный видосик. И сейчас вот обновлю у себя русский сервер и паролем нового героя Трифида, на которого есть обзоры, и будет еще обзор сегодня в другой сборочке попозже, после этого видосика открою. В общем, вот так вот. Кто захочет посмотреть все об обнове, заходите видосик перед этим, либо видосик, который был раньше, обзор на китайке. Там тоже все полностью есть. Что-то оно даже добавило все, что есть. А, вот все догрузило наконец-то. Ну, а сейчас мы просто заролим 3 ляма. Пока не выйдем нового героя, недостающего, скажем так, пока одного из. Так, ну что ты обновляешься? Ну, я знаю, что уже доступно. Тупит. О, наконец-то. Поехали. В общем, посмотрим, что в нору. На китайке мне упал он за пару тычек. Сейчас посмотрим. Тоже получится. На русском сервере, как всегда, обычно трешечок. Гляну сейчас, какие изменения есть. Подарки тут. Зайди, получим крутые подарки. Акция новую ввели. Или это старая еще? А, все понятно. Так, ничего нету нового. Ой, тут видите, как на русском дали для магической башни. Посмотрите, сколько стоит большой пак. Ну, все как ожидалось. Как получить код? Есть видос отдельный. Будете заходите на страничку IGG. Есть видосик отдельный. Там можно будет получить скин на пушечную башню, который по сути нафиг не нужен. В общем, такой вот у нас начинается роллинг. Как видите, у нас поменяли все. Интерфейс поменян. Мне интересный, сразу скажу, мне не нравится он. И многим тоже не нравится. Раньше было поинтереснее. Ну а тут, как обычно, Анубис упал, нифига себе. Ну-ка, у меня тут просто читерный аккаунт. Даже на китайке так не падало, как на русском уже упало. Анубис за пару тычек. Ну, посмотрим, какой же все-таки шанс вытащить недостающего героя. И посмотрел, сколько у меня там самов. Герой специфический. Очень-очень интересный. Ну, как видите, никакой интриги. Нажимаешь, у тебя сразу все герои выскакивают. Могли бы какую-то задержку хотя бы сделать. Но, видимо, им это было важнее сделать эту анимацию никому не нужную. Вот зачем было трогать то, что как бы всех устраивало. Знаю, ну такое себе, как видите. Начало роллинга было хорошее. Смотрим дальше. Уже 1030 мы переролили. И ледяной феникс, нифига себе. Да вы чё? Стрелок. Как меня радуют эти герои, особенно на русском сервере. Так, тыковка, триантик. Тесса, о, кстати, зайти надо сюда посмотреть, какой у нас отсчет в новой локации. Тоже 2 дня 15 часов. Интересно, значит, у всех одновременно запустится, это хорошо. Поехали дальше по 450, 150. И это подвисает анимашка даже.
Ну, такое себе, не знаю. У меня такое ощущение, что больше начали. Хотя тут вроде падает нормально. На Китайке меньше легенд начало падать. Ронин, Ворожей, Атлант. Только сказал меньше легенд и сразу же опять Ронин упал. Эти надо всегда говорить меньше легенд, меньше легенд, меньше легенд. Я же говорю, что где-то оно что-то действует. Не надо нам легенды. Не падайте. Дайте мне обычных гарнизонных героев. Ну, так и не дают, в принципе. Но 70к, ребят, уже ушло на нового героя. Ну, как нового? Здесь нового. Для меня уже не нового. Я уже его протестировал. Нифига. Все как и ожидалось. Русский сервер самый щедрый. Да уж. Хотя легенды, как видите, падают и довольно-таки неплохо падают. Но все равно. Это нормальное явление для русского сервера, где-то 300-400 на одного недостающего героя в день обновы слить. Хотя бывало и поменьше. Оу, есть! Где-то 100к, ребят. Где-то так у нас ушло на эту новую нашу имбу. Обзор на него вы увидите на китайке с другим талантом. У меня нет времени его здесь прокачивать. В принципе, возможно, вечером прокачаюсь. На стримчике засядем и будем качать. Так, в основном скажу, что герой своеобразный, что-то новое для битвы замков, но ничего интересного, скажем так, в нем нет. Почему нет? Я уже кучу обзоров сделал, рассказал. К сожалению, даже на максималках он себя показывает не так, как хотелось бы. И самое основное с обновления, что мне больше всего, скажем так, не понравилось в нем, это то, что у нас все герои в алтаре теперь сортируются по прорыву. То есть это очень плохо, это придется привыкать. Вот, смотрите, что падает. Это с коробок вообще печалька у нас на русском сервере. Вкачаем с бегом. На русском сервере он у нас будет с бегом. Вообще просто жесть. Вот железка, кстати, вот хочу с железкой его протестить. Очень интересный вариант. Еще одна железная воля. Рунами ремку и вперед. Сейчас я его поставлю на. Я тестировал, просто будет у вас видосик еще обзор с другим талантом. Я показывал вам с ремочным и скажу, там сразу же все минуса этого героя видно, что он может, чего он не может. Так. Поэтому есть по герою очень много вопросов. Так, а мы еще нового питомца не получили, надо еще нового пэта получить. Нового пэта, кстати, можно получить с яиц синих и фиолетовых. Сейчас попробуем. Нету. Попробуем, какой шанс. Два. Три. Все, как и говорилось,
скин на башне за донат, за большой пак дают, да, там понятно, там камни для русского дают, которые того не стоят, но опять же, как видите, сразу же влепили на русском скины в донатную акцию. Ну, что вам на это сказать? Я даже не знаю, что вам на это сказать, ребят, это все печально, особенно для русского сервера. Ну, вот там около 10 яиц у нас ушло, мы одного феника вытащили. Так, сейчас почитаем его сразу же. Полное описание. Феник восстанавливает 170% здоровья двум ближним союзникам, накладывает на них щит, который длится до 2,5 секунд, блокирует один эффект. В общем, психощитный питомец очень интересен, на него я буду делать вам обзор, когда я его докачаю, более-менее, потому что надо повыбивать его. Вот так вот, ребят, такая вот обнова. Хотите увидеть все изменения, смотрите предыдущие видосики. На русском вытащили, надо еще на основе на английском сервере. Всем удачи, всем пока.